Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Последнее время мы наблюдаем укрепление рубля, и особенно это заметно было вчера, то есть доллар подешевел по отношению к рублю очень серьезно. Но действительно ли это укрепление рубля? Помните, я когда рассказывал про встречу с аналитиками в открытии, то, в общем, сказать, я сказал, что вот они сказали, что нет никаких аргументов в сторону укрепления рубля, ну, в перспективе, скажем, одного года. Ну, вот никаких аргументов, они говорят, мы не видим ни малейших для укрепления рубля. И, тем не менее, доллар падает по отношению к рублю. И вот вчера, давайте посмотрим, что произошло вчера с долларом. Посмотрите, внезапно доллар вчера упал. Ну, это график с Форекса, он не соответствует валютным торгам на самом деле. Но, смотрите, был 64,197 на Форексе и 63,527. Это не так важно, сказать, не суть важны цифры. Видно, что доллар очень резко подешевел. Что же случилось? На самом деле, почему рубль так укрепился? Не рубль укрепился. Это доллар упал. И радоваться здесь особенно нечему. Понимаете, когда мы смотрим, сколько рублей дают за доллар. Раньше давали там 64,5 рубля за доллар, сейчас там 63,70 за доллар. Соответственно, рубль стал крепче, вроде бы, да? Но на самом деле здесь два параметра – рубль и доллар. Поэтому давайте-ка посмотрим, а что же произошло по отношению, например, по соотношению рубль и евро. И сейчас все станет на свои места. Смотрите, вот он график евро к рублю. Вы видите, что рубль здесь резко укрепился? Вы видите, что евро подорожало к рублю? Ничуть. Или подешевело? Ничуть, ничего не изменилось. Смотрите, вот он график, тот же самый масштаб, вот что вчера произошло. Да, немножечко, значит, в начале дня евро подешевело к рублю, но потом ровно дошло до того же уровня, до которого, на котором оно было раньше. Опять же, абсолютные цифры не смотрите, это Форекс, там немножечко отличается. Цифры, ну, в связи с спецификой рынка Форекс, это курс покупки, курс продажи. Вот, но, тем не менее, динамика, видите, теперь дальше смотрим. Давайте посмотрим, что же еще, в чем люди еще хранят деньги, кроме, например, ну, как валюта, доллары, рубли, золото. Давайте посмотрим. Ну, здесь золото к доллару, то есть график обратный. И посмотрите, что произошло. Ровно в тот же момент золото подорожало по отношению к доллару. Давайте еще посмотрим на график. Евро к доллару. Евро к доллару подорожало ровно настолько же, насколько и рубль подорожал к доллару. Что это значит? А это значит, что на самом деле это не рубль укрепился по отношению к доллару, это доллар упал по отношению к рублю. И радоваться здесь особенно нечему, потому что если вы хранили деньги в долларах, то их стало меньше. Именно в долларах. То есть кто бы мог предположить, что доллар может оказаться ненадежной валютой. А это так. Теперь посмотрите, что произошло. То есть вы видите, да, что если бы вы хранили деньги в евро, то в еврох их стало бы больше, чем в долларах. То есть они не изменились бы в евро. И за каждый евро теперь будут давать больше долларов, чем раньше. Теперь дальше. А если бы мы хранили деньги в золоте, то было бы еще лучше. А теперь самое интересное. Иена. Японская иена. График надо переворачивать наоборот, потому что здесь сколько иен дают за доллар. Доллар резко подешевел и к иене. И дело в том, что политика, американская политика ФРС прямо противоположна политике Центрального банка Японии. То есть
ФРС отпускает доллар, то есть легче раздает доллар в экономику, Япония наоборот. Японская иена дорожает. И из-за того, что политика Центробанка Японии и ФРС США, они буквально прямо противоположны, то, в общем-то, они высказывали робкое предположение о том, что валютой убежищем запросто может стать иена. Ну или многие говорят золото. Вы видели, что золото тоже подорожало по отношению к доллару. А вот с рублем, в общем, так сказать, ничего особенного не произошло. Да, доллар подешевел по отношению к рублю, но это было заседание ФРС, на котором они сказали, что все, они, значит, перестанут ужесточать денежную политику, перестанут повышать ставку в 2019 году и в 2020. И, в общем, так сказать, вот... Это было выступление Пауэлла после двухдневного заседания ФРС, и вот это вызвало вот такое падение доллара, ну, соответственно, ко всем валютам. Поэтому, друзья мои, радоваться особенно нечему, надо ли покупать доллары? Смотрите, что нужно делать, на мой взгляд. Понятно, что это чисто мое мнение, вы можете его учитывать, вы можете спорить. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но я думаю, что деньги надо вкладывать, вот куда надо вкладывать деньги, в доллары или в японскую иену или еще куда-то. Деньги надо вкладывать в те активы, которые будут расти. Если мы живем в рублевой зоне, то надо вкладывать в те активы, которые будут расти относительно рубля. И это запросто может быть доллар, потому что если рубль начнет падать, то, соответственно, он будет падать ко всем валютам. Ну, как сейчас доллар падает. Но вы видели, что выгоднее получается вот сейчас вкладывать вроде бы как в евро, а еще выгоднее в японскую иену, а еще выгоднее вкладывать в золото. Ну и я от себя скажу, что когда падают американская валюта, то это значит, что растет все остальное, что номинировано в долларах. Поэтому надо вкладывать в то, что будет расти, ну если мы так уж завязаны на долларах, в то, что будет расти в долларах. То есть евробонды, американские акции, которые растут. Потому что что значит, что доллар стал дешевле? Доллар опустился в цене по отношению ко всему. Это значит, что американские товары становятся дешевле. И в мировой торговле более активно будут покупать американские товары, товары американских компаний, то есть они получают конкурентное преимущество, и поэтому вот как раз именно вчера наблюдался рост индекса S&P 500, потому что именно американская экономика начинает расти. А теперь давайте посмотрим еще раз на другой немножечко график, уже в другом диапазоне. Вот здесь график мы видим недельный, то есть на длинном периоде времени. Смотрите, вот здесь вот вы видите, что доллар стоил в районе 56-57 рублей за доллар. Это было вплоть до 2018 года. И смотрите, что произошло вот здесь вот. 8 апреля 2018 года. Если вы не знаете, что произошло, я вам напомню. Здесь Америка ввела санкции против России в 8 апреля как раз 2018 года. И 15 апреля, то есть это было либо в пятницу вечером, либо в субботу, вот на следующий день, соответственно, рубль резко опустился по отношению к доллару, а доллар резко взлетел в цене.
Вот посмотрите, прошло некоторое время, вот он устаканился, он резко вырос с 50, ну, грубо говоря, 7 с 58 рублей за доллар. Доллар вырос до, сразу за один день до 62 рублей за доллар. Теперь дальше мы наблюдаем, ну, какой-то, сказать, некий рост доллара, то есть некое падение рубля. И, соответственно, вот здесь смотрим, что это такое. 5 августа 2018 года. А это введены санкции, дополнительные санкции, там против Дерипаски, насколько я помню, были введены санкции в августе, вот 5 августа. И, соответственно, доллар скакнул до 67 рублей за доллар, когда были введены санкции. Дальше санкции уже как-то, ну, облегчили немножечко, вот, и доллар колебался в районе 66 от 66 до 70 рублей за доллар. И вот, вот он, смотрите, это март месяц, и это март месяц. Что происходит в марте месяце? А в марте месяце заканчивается первый квартал, и это период сдачи отчетности у российских компаний. И российские компании-экспортеры, которые, особенно металлургические компании, значит, тот же самый алюминиевые компании, вот, нефтяные, они получили выручку. И выручка это в валюте, вот, и, соответственно, есть там, ну, если пересчитывать, то получается, что налоги-то они платят в России в рублях, поэтому, значит, до 30 марта они обязаны сдать отчеты и заплатить налоги, и поэтому они берут вот часть этой валютной выручки и бросают на рынок, и, соответственно, один фактор – это экспортеры готовятся к налогам, значит, выплачивать большие там налоги и дивиденды, соответственно, которые выплачиваются, вот, и, нет, дивиденды выплачиваются летом, и как раз там, наоборот, покупают. Вот, то есть здесь есть сезонный фактор, во-первых, а во-вторых, смотрите, что сейчас американцы готовят. А они готовят следующий пакет, как они говорят, санкций из ада и так далее. Вот, они выйдут в конце марта, в апреле. То есть, что ожидается, смотрите, вот, санкции вводились, доллар вырос. Санкции вводятся, доллар вырос. Соответственно, санкции ведутся, доллар вырастет или рубль упадет. Рубль упадет. Поэтому вот сейчас, в общем, сказать, я считаю, что неплохой момент для того, чтобы покупать валюту. И я не уверен, что это доллар, может быть иена, может быть это евро, может быть это золото. Где это лучше всего делать? На бирже, естественно. И, соответственно, ну вы понимаете, биржа для чайников – это первый шаг только. Вот биржа для чайников, то есть вот открыть брокерский счет, и здесь можно вовремя ориентироваться. Вы можете взять хоть швейцарский франк здесь, хоть японскую иену, хоть китайский юань. Вот, вы совершенно спокойно можете здесь сыграть на этом деле. И даже, ну, например, фьючерс на золото или какие-то активы, которые номинированы в золотах, и получить, во-первых, сохранить свои деньги. Потому что, ну, если, понимаете, если рубль упадет, то, соответственно, то он упадет, и ваши денежки упадут. Вот, и, соответственно, если доллар упадет, а вы храните в долларах, то доллар упал. Соответственно, надо понимать, что где же ориентироваться, в чем хранить деньги. Еще раз повторяю, деньги надо хранить в тех активах, которые будут расти, они будут падать. Вот, поэтому первый шаг, который надо сделать, это, ну, биржа для чайников, открыть брокерский счет и научиться там работать, чтобы быстро-быстро все делать. И не забывайте, что, в общем, сказать, ходят разговоры о том, что грядет кризис. Я надеюсь, что это видео будет полезно многим, потому что многие могут принимать сейчас решение о том, некоторые даже подумают, что может продавать доллары, потому что он падает и будет дальше падать. Не уверен, что это стоит делать. Но, в частности, что я сделал, я купил доллары. И я вкладываю сейчас, ну, как бы,
уже какие-то активы в американские акции, вы это видите. Поэтому оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, колокольчик, если вы еще не поставили, подпишитесь на мой канал, если вы не подписались, поставьте, пожалуйста, лайк и обязательно напишите, что вы думаете по всему этому поводу. До встречи, с вами был Демятков Юрий.